Хорошо. Жилье Кафарова на другой стороне долины. Сразу за мостом Гилат. Так что же это за мужик? Чувак из контактов Аль-Башира, торговец оружием. Это все, что они знают? Это все, что мы знаем. Он может быть связан с бомбами. Всем позывным бродяги, двигайтесь к 1-6 на запад по красному пути. Был контакт. Отбой. Вас понял. Можете подтвердить размер? 1-3. Больше у меня информации нет. Конец связи. Эй, Маткович, просыпайся. Хватит дрыхнуть, воинстоп. 34 минуты. Я спал 34 минуты. Увидел сон, как пью молочный коктейль. Что это означает? О, черт! Засада! Среди деревьев! Ой-ой-ой-ой! Я ранен! Транспорт подбит! Огонь противника слева! Враг за камнем! Слева! Бродяга главный! 1-3. По нам ведут текстильный огонь! 2-3. Прижали! Черт! Русские десантники. Настоящие русские. Что бы это значило? Фарова? Слушай, Стив, как бы там ни было, мы тут слегка в невыгодном положении. У нас есть задание. Эти бомбы. Это бродяга. Давай-ка это обсудим.
Десантирование исключает прямую дорогу. Что за хрень там творится? Они здесь по той же причине, что и мы, сержант. Мы теперь воюем с Россией или как? По тебе стреляли? Да. По военной доктрине надо отвечать огнем на огонь. Это не война, а чисто технически. Понимаешь, о чем я? Да, сэр. Я о том, что мы должны попасть туда первыми. Думаешь, русские здесь просто так? Они прикрывают свою жопу. Мы знаем, что они работают с ССО. Теперь пора двигать. Да ладно. Просто закончим одну войну, начав другую. Это охренительно. Монтес, ты слышал приказ? Пошли. Через них мы не пройдем. Никогда и ни за что. Становись. Готовимся к выходу. Цели! Спарка! Бойцы! Под огнем! Рассредоточиться! Живей, вашу мать! Цели в глубине! Укрытие! Подходят! Идем по краям! Позиции! Продолжать огонь! Держать сектора! Мы должны добраться до другой стороны долины как можно скорее. Есть сведения, что русская пехота движется на север. Они пытаются добраться до Кафарова. Именно он нам и нужен. За ним мы и пришли. Выдвигаемся к следующей точке. Задание всем ясно? Контратака! Контакт! Впереди, в деревьях! Живая сила! 200! Быстрый огонь! Враг в укрытии! Прямо! Атакую!
Опять подбит! Да! БМД противника! Сектор! Давай быстро сюда! Ударь по ним из фагота! Команде! Пошли! Турель! Направо! Направо! Рассредоточиться на правом фланге! Огневое прикрытие! Ёбаный насос! Меня ранили! Поджарь их! Атакую! Контакт! Справа! Темп не сбавлять. Огонь и переход. Враг в укрытии справа.
Надо выбраться из-под продольного огня, а то жопа совсем. Бронетехника уничтожена. Еще две БМД. Завели таки машину. Вижу пехоту, идут к нам. Вижу их. Блэкберн, держи сектор. Помогай Матковичу. Гонзак спереди. Сержант Кампо, настраивай. Сэр, нам не потянуть против бригады русских. Возможно, стоит еще подумать? Это маневренная война, сержант. Если не нравится, можешь валить в гребаные ВВС. Джентльмены, вы меня ни разу не подвели. Я надеюсь, что и сейчас вы сможете выполнить задание. Так точно, сэр. Нет, Стив, прости, но это совершенно никуда не годится. У меня есть серьезные опасения. Сержант Кампо, Блэкберн, действуем по плану. А вот и крылышки. Он нас видел! Он нас видел! Да он возвращается! Вот же сраное дерьмо! Найди укрытие! Подобьем! Где стингеры? Транспорт! Дерьмо! Опять возвращается! Подобьем. Где стингеры? Транспорт. Дерьмо. Опять возвращается. Стингеры в машине были. Это последний. Взять можно? Придется. Давай, вперед. Быстрее. Вот оно. Ищи стингер. Он в кроулере. Блять, отрезаны! Не высовываться! Пошел, пошел, пошел! Берегись! Пошел, пошел, пошел! Берегись!
быстрее! Твой чужой работать должен! Мудак ты, чертов Стив. Ладно, я знаю, что вы думаете. Может, если бы я поступил иначе, они еще были бы здесь. Это война. На войне всякое бывает. Так, у нас есть задание. Нам нужно добраться до Кафарова и сделать это первыми. Неважно, там бомбы или нет. Нет никаких нас. Есть мы. И есть ты. Это дело для морпехов. Вы идете со мной? Значит, вы потеряли большую часть отряда в бою с русскими в долине. Кто выжил? Монтес и я, Коул, еще пара людей. Ваши парни погибли из-за капитана Коула? Что? Нет. А сами вы так не думали? Глубоко внутри. Знаете, в Боснии у меня 4 близких друга погибли. Ракеты. Наблюдатель попросту заснул. Меня тогда полгода колбасило. Я иногда подумывал убить его. Мы все об этом говорили. До сих пор не могу забыть его косяк. Я бы вас пожалел, но мне ваших товарищей больше жалко. Они ведь так и не узнали, кто вы такой. Они бы поняли. А вы? Поняли бы, если бы друг переметнулся на сторону врага? Русские нам не были врагами. Да, они же ваших друзей убили. Полегче, полегче. Пока вы работали в Иране, мы перехватили переговоры между Димой и его кураторами из Киева. Он тоже был в Иране. Зачем Дима был с русскими в Иране? Получено. Операция начинается. Давай. Сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсоры высоты. Спускайся на постоянном тоне. Давай! Кислород пошел. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу. Это лишь вопрос времени, американцы узнают о Кафарове. Зеленый включен, зеленый включен, зеленый включен, зеленый включен. Падай за трубой!
Вижу зону выброски! Приземлилась где-то в 100 метрах в том направлении. Черт, патруль! Надо их валить, пока они никого не предупредили. Смотри, можем взять их машину и добраться до виллы быстрее. Окей, только смотри, не расхерачь ее. Целься четче. По моей команде. 1, 2, 3. Ну вот, как раз. Контакт! Открываю огонь! Открываю огонь! Надо их валить, пока они никого не предупредили. Смотри, можем взять их машину и добраться до виллы быстрее. Окей, только смотри, не расхерачь ее. Целься четче. По моей команде. 1, 2, 3. Mm-hmm.